Банде Гуру Пададандам Бхактавинда Саманнитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитананда Саходитам Шри Нанда Нанданам Банде Радхика Чаранодаям Гопи Джано Самаюктам Бриндаваном Мано Ванча Калпатару Васяки Пасинду Бевача Патитананг Павуне Бхавишнавипьо Намо Намаха Мукан Кароти Вачаланг Пангунланг Хайтгирим Ятки Патам Хангаванди Парамананда Мадавам Бриндавай Тулсидевай Пиявай Кесавасача Кришна Бхакти Паде Деви Саттваттвай Намо Намаха Нараяна Намаскритта Наран Чайва Нараттама Девин Сарасватин Весам Тато Жайо Мудира Шанкиртане Кришна Катхопадеш Гаурия Патрашо Пракаса Неча Саданурагта Гуру Бхакти Юкто Бхакти Прамадакша Джагодгаруна Дхайям Сада Парибхавагнам Авиштадухам Тетхас Падам Сива Виранчанатам Сараньям Бхитаттихам Панутапал Бхавадхипутам Банде Махапурусате Чаранаравиндам Ятпада Паллавана Качандамани Чатая Бисфуриджита Камапикабодушу Адурши Пурнануррагараса Сагара Сарамурти Сарадхикамай Кадакипам Кароси Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Сиаддвайта Гададхара Сивасади Гаура Бхактавинда Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Сиаддвайта Гададхара Сивасади Гаура Бхактавинда Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ajanu lambita bhujau kanaka bodhato. Шанкитанай капитару камала йотакшо Вишамбару дижабару джугадхарма пало Банде ягат приякару каруна бхатару Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Namami Gange Tava Padu Pankajam Sura Surair Vandito Dibha Rupam Bhuktin Cha Muktin Cha Dada Sinitam Бхавануруппена саданьяранам Ганга таранга рамания жата калапам Гаури нирантара вибуши тобам бхагам Нараяно прияманангу мадапахарам Варанаси пурапати бхажави шанатам Ваги саджусшо бадане лакшмир жасача бакшаси ясастиде самбид твам нишинга махам бхаже Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе Харе Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Jachaktayo vadatam badinam bhai vibhad sangvad bhuvo bhavanti kurvanti chaisham muhuratmamohum tasmai namananta gunaya bhumne Jachaktayo vadatam badinam bhai vibhad sangvad bhuvo bhavanti Kurvanti chaisam muhuratmamoham tasmai namananta gunaya bhumne Gauriya Goshtipati Srisila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Jagat Prabhupada Jagat Guru told me and my this two word is related with this first person singular number. I mean, in Sanskrit, Uttam Purush. Gauriya Goshtipati, Srisila Bhakti Siddhanta, Saraswati Госвами Такура Прабхупад, Джагат Гуру сказал, что я и мое, эти два слова, они связаны с одним человеком в единственном числе, то есть с нами, с Уттам Пурушей. If we cannot relate, if we cannot relate, если мы не можем our, this two word, me and mine, связать «я» и «моё» with that Uttam Purush, с Уттам Пурушей, с Верховным Господом, то мы потерпим неудачу. Gauriya Goshtipati, Srisila Bhakti Siddhanta, Saraswati Goswami Thakur Prabhupada, Jagat Guru told, me and mine, this two word, is applicable for first person singular number. Гауди Гоштипати Шишла Бхакти Сиданта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад говорит, что если мы не сможем связать себя с Пурушоттама, с Верховным Господом, то все наше здесь будет бесполезно, все наши деньги, образование, все, все будет бесполезно. Vidya and avidya. Vidya и avidya. Two types of things. Есть два вида. Created by Bhagavan. Этих вещей два вида знания. Vidya и avidya, невежество, созданное Бхагаваном. Кто-то может спросить, что хорошо, Господь создал знания, но зачем создал невежество? Ещё Прабхупад говорит, да. Avidya тоже нужна нам. Видья и авидья — эти две вещи. Если авидьи бы не было, то Бхагаван не мог бы исцелить, помочь Бхатадживам. Поэтому авидья — невежество — тоже нужно. Если бы не было невежества, то как бы Бхагаван мог помочь обусловленным душам? И хотя мы знаем, что все дживатмы вечно, они чинмой, они гьянамой, полны блаженства и знания. Но все же могущество чидатмы, это сила души дживы, она очень мала, она настолько мала, что не обретя милость Сваруп Шакти, обусловленная душа не может бороться с Майей. Обусловленная душа оставляет за собой право быть побежденной Майей. И может, и иногда не может победить. Это зависит от ситуации. In which the bonded soul is put into. И вот зависит от ситуации, в которой находится обусловленная душа в соответствии со своей кармой. По милости этого Верховного Господа, благодаря могуществу Верховного Господа, мы говорим, смотрим, слушаем. По милости Верховного Господа все это происходит, сила речи, она
способность говорить, она тоже дана нам, Бхагаванам. Если кто-то, несколько пандитов спорят друг с другом, иногда можно наблюдать такие дебаты. И все это происходит по милости Верховного Господа. Они могут спорить друг с другом. И они очарованы влиянием майя. They are just hypnotized by the magic spell of Maya. Otherwise, why they are going to waste their time? Иначе зачем им тратить время на споры? Why they are going to waste their party? They can do Hari Bhajan. Они могли бы совершать Hari Bhajan вместо каких-то споров. They are competition. They are fighting with each other. Why? It's Maya. Это из-за влияния майи происходит. Майя, она позволяет им спорить друг с другом. И кто-то занят майей. Но это не даст нам обрести знания в виде. Но кто-то может обрести какое-то знание, но часто это просто какое-то материальное знание, материальное видение, трансцендентное знание. Это гораздо сложнее обрести. Из Упанишат мы знаем, что есть два вида знания. Первое — то, что освобождает нас от влияния майя. То знание, которое помогает нам достичь трансцендентного мира, чтобы служить Бхагавану. А второе знание, оно порабощает нас. И вот это материальное знание может стать причиной нашего рабства, нашей порабощенности. И таким образом, трансцендентное знание, оно помогает нам. А невежество, которое есть материальное знание, оно просто порабощает нас. Так много пандитов и ученых можно найти в этом материальном мире. Калидас, Видьясагар и другие знаменитые ученые. Даже Дигвиджай пандит, кто был занят тем, что собирал расписки со всех, что они побеждены им. Он всю жизнь этим занимался, чтобы доказать себе, что он лучший пандит во всем мире. Но, и когда он встретился с Чайтанья Махапрабху, с Кришной, то чудо случилось. Он никогда не был побежден никем, поскольку он обрел милость Сарасвати, материальной Сарасвати. Он не был нигде побежден и никем. И вот он встретился с Махапрабху на берегу Ганги из Чайтанья Бхагаваты. Мы знаем этот случай. И спросил, что тот Нимай. Нимай сказал, что да. И тот сказал, что я слышал, ты преподаешь грамматику детям, да. Люди говорят, что я преподаю грамматику, но я не знаю. Не могу объяснять как следует. И вот он был очень горд. И вот он сказал, что мы хотим услышать что-то от вас, поскольку вы ученый человек, что вы хотите услышать?
И вот он сказал, если вы хотите, если... И вот Махапрабху попросил его рассказать о славе Ганги. Вот эту конкретную шлоку объяснить. И вот этот пандит, подобно ветру, он начал произносить различные шлоки во славу Ганги, и после того, как закончил, Махапрабху похвалил его. Но и сказал, если вы не обижаетесь, я хочу вот эту шлоку, которую вы произнесли, одну из этих шлок, я хочу услышать о достоинствах и недостатках этой шлоки. И этот Дигвиджай пандит был удивлен. Этот пандит уточнил, какую конкретно шлоку он имеет в виду, и Махапрабху повторил ее. И он был удивлен, как я вообще его запомнил. Я говорил так быстро, подобно ветру, как ты запомнил вообще эту шлоку. И Махапрабху смиренно сказал, что по милости Сарасвати вы можете сочинять эти шлоки подобно ветру, а может быть кто-то тоже по милости Сарасвати может запомнить что-то из ваших шлок. Махапрабху так смиренно сказал. И Махапрабху попросил рассказать о достоинствах и недостатках этой шлоки. Пандит сказал, что все хорошо, никаких недостатков, и поэтому Махапрабху спросил уточнить, какие несовершенства в этой шлоке. Но пандит говорил, что ни единой ошибки нет. Но Махапрабху сказал, что вы не изучали, видимо, Аланкар достаточно. И вот в соответствии с этим я слышал от старших пандитов, что вот у вас такие, вижу определенные недостатки в этой шлоке. Дигвиджай пандит был удивлен, просил назвать их, и Махапрабху назвал несколько недостатков. И он был очень так, в неудобном положении оказался. Не смог ничего ответить. Махапрабху попросил еще что-то рассказать. И этот Дигвиджай пандит не смог ничего сказать. И после этого он думал, что как это возможно, меня победил какой-то мальчик буквально. Сегодня я всю ночь буду молиться лотосным стопам Сарасвати, чтобы узнать причину, почему она выставила меня в неудобное положение перед этим мальчиком. И Махапрабху все равно сказал ему, что великий пандит, мало кто может сравниться с вами, но бывает опозорились. Завтра продолжим. Вот с таким уважением он, так уважительно он пригласил этого пандита завтра на следующий спор. И вот этот Дигвиджай пандит всю ночь молился Сарасвати, повторял ее мантру и около трех и уснул. Ненадолго, и Сарасвати пришла к нему во сне и сказала, почему ты чувствуешь себя неудобно, как я вот побежден первый раз. Нет,
это результат той видьи, твоего образования, той видьи. И он не понял, что имел в виду Сарасвати, но она уточнила, что он Парикилешвар, он мой господин, а я его слуга. Как я могу спорить с ним? Он Верховный Господь. Поэтому иди и прими прибежище в этого Нимай Пандита. Он сам Верховный Господь. И смотрите, результат образования не в том, чтобы утвердить себя как знаменитого ученого, чтобы гордиться этим, а результат подлинного знания — это осознать, кто мы на самом деле. Результат нашего образования, получения видьи — это самосознание. И это цель, чтобы обнаружить себя как вечный слуга Бхагавана. И это зовется видьи. Можно вспомнить первую шлоку Махапрабху Сикшаштаку. Вот эти слова «Видьявадур Дживанам» значит «Паравидья». Это как жизнь Бхагавана и жизнь всех душ. Вечная Шакти, Сварупа Шакти. И мы можем разделить это на три части. Сандхини, Савит и Хладини. Есть разнообразие Шакти Бхагавана. Но что я хочу сказать? То, что Шакти может быть разделена на три части. Сандхини, Самвит и Хладини. Три этих. Три главных категории. И вот Сандхини, Самвит. Сандхини значит по милости Сандхини Шакти Бхагаван, он создает бесчисленные Вайкунхи. И все это многообразие и разнообразие, оно создано одной из шакти. Все это, все творится с помощью этих шакти, как материальный мир он создан. Сандхини шакти. Даже парикар, вайшишта, можно вспомнить. Если кто-то сравнивает свою материальную самсару, с семейной жизнью Сивас Пандита, то это глупо.
Он вечный Шивас Пандит, он вечный спутник Бхагавана и Шивананда Сен. Их семейная жизнь, она долгая. И вот Шивас Пандит, он живет семейной жизнью, и что? Но это экспансия Сандини Шакти. И все это проявление Сандини Шакти, Самвид. С помощью Самвид Шакти мы можем утвердить наша связь с Бхагаваном. Йешодама, наша мать Кришна, может сказать, Йешода думает, что Кришна, он мой сын. Наш... Сандини Шакти может сотворить все дхамму и все остальное, все, что сотворено Сандини Шакти. Сахасрапаттам камалам гокулакшам махатпадам таткарникарам тат. This sloka тат анантанкша самбабаха. Брахма Сангхита speaking, на? Сахасрапаттам камалам сахасрапаттам гокулам махатпадам. Сахасрапаттам камалам махатпадам. Гокулам махатпадам. Таткарникарам, таткарантанкша, самбабаха. All dhamma, everything, this dhamma, sandhini shakti. Дхамма и все остальное, это сандини шакти. С помощью сандини шакти все это сотворяется. А знания, я говорил санга и смрити. Если у меня есть общение с Шрила Прабхупадой и Гурварга непрерывно в моем сердце, я не смогу забыть ничего, я буду помнить. Мой Гуру Махарадж сказал 25 лет назад что-то, я помню это. И это памятование может развиться с помощью милости Гурварги. В материальном мире тоже может быть у кого-то какая-то память, но это память, материальная. Also in material world you can find some genius, I can remember, but that memory is not equal to the memory I can have in my life. Follow? That memory cannot be compared with the kind of memory I can have in my life. Not same. Is memory material, and by the mercy of Gurudev I can develop prakriti. Who can say? По памятованию, которое может развиться по милости Гурудева, это нечто другое. Оно отлично от каких-то материальных этих дел. И вот все знание. Оно прямо или косвенно мы можем обрести по милости Самвид Шакти. И по милости Самвид Шакти мы можем обрести материальное знание. Какие-то исследования происходят, философские, философское развитие, техническое и все прочее развитие, все знание, которое может быть, то, которое мы можем представить, или то, что не можем представить. Знание, оно приходит прямо или косвенно от этой Самвид Шакти. Если у нас есть трансцендентное знание, то это влияние Самвид Шакти и тень Самвид Шакти. Это тень, это и Самвид Шакти, оно... То есть духовное знание, оно изначально, а его тень, оно материальное. И в соответствии
тень этого знания, она может дать нам какое-то положение в обществе, может дать нам возможность прославиться как великий ученый или еще что-то. И Ананда, кто хочет жить без Ананды, без радости, без блаженства, никто не хочет жить без Ананды. Все хотят обрести Ананду. Ананда, она может дать нам вдохновение жить дальше и больше. Когда мы... Когда кому-то даже уже 90 лет, они все равно не хотят помирать, а хотят жить дальше. Даже материальные поэты. Он был, вот это Рабиндранат Тагор, может, кто-то слышал о нем, он Нобелевскую премию получил по поэзии. Когда он умирал, он написал стих, что не хочет умирать в этом прекрасном мире, но вынужден умереть. Но он вынужден умереть, в зависимости от того, хочет или не хочет. И таким образом материальное знание, оно может поработить нас. И этот камень не хотел умирать. Даже комар, он, когда пьет нашу кровь, все равно, даже если мы хотим его прихлопнуть, он пытается увернуться, поскольку хочет жить боль дальше и пить нашу кровь. Даже комары то хотят жить, не то что мы с вами. Комары наслаждаются тем, что пьют кровь. The boar like to eat more and more stool, nice stool daily. Nice stool daily. Oh, today is a big pandara. Today is big pandara. Свиньи тоже хотят есть испражнения. They like to live more. Why? И хотят жить дольше, чтобы есть больше испражнений. Those Muslim people, как эти мусульмане. You know, they are not cutting boar. There's some problem. Этих не едят свиней. They're cutting gomata. Коров едят. But they all other people, Christian and all other people, they will cut boar. And when всех подряд. You have seen. Не можешь кто-то видел. Those low caste, Эти низкокастовые. Those tribal, they're going to catch the boar and tying a leg, two four leg, Two leg front, two leg, they're taking. And the boar shouting, shouting. When they're going to put in a place to cut the body, they're shouting. Ну, можно тоже наблюдать, как кто-то убивает животных, они протестуют, возмущаются, кричат, они хотят жить дальше. И вот в соответствии с Упанишадами. Кто хочет, если бы не было Ананды, блаженства, кто бы радости, кто бы хотел жить дальше. Поэтому есть это Ананда, иначе никто бы не чувствовал вдохновения жить дальше. А откуда это Ананда происходит? Дал нам эту Ананду, от которой мы обретаем такую радость. Кто дал нам эту Ананду, это блаженство, она сама приходит по милости Хладини Шакти. И в Чайтанья Чаритамрите говорится, Бхагаван, он дает больше радости преданным.
чтобы они могли чувствовать вдохновение, совершать больше и больше служения, совершать харикатху, киртан. И ту радость, которую мы находим в материальном мире. Materialistic people enjoying in the world. Where from this coming? That is a shadow of that original enjoyment, which is available in Vaikuntha. Все материальные наслаждения — это всего лишь те тень того, что есть на Вайкунтхе. Это искаженное отражение, поскольку этот материальный мир — это искаженное отражение того трансцендентного мира. И поэтому все тут, все радости этого мира, которые есть тут, это все лишь жалкое подобие того, что есть в духовном мире. Это можно видеть, что в этом в Индии делают каких-то глиняных божеств, Дурга, Скали, Сарасвати, Ганеши и прочих. И также наше тело, оно создано Бхагаваном. Кто-то думает, что он мужчина, кто-то женщина, поскольку находится в том или ином теле, но на самом деле мы все души, атмы. А тело — это всего лишь какое-то временное. Everybody enjoy. Somebody going to, bar where why to drink wine, to see the dance of woman. They going to enjoy. Their way of enjoyment is little different. You like to get enjoyment. Все как-то наслаждаются так или иначе. У кого-то более высокий вкус, у кого-то более низкий, соответственно, наслаждаются более высокими вещами или какими-то низменными. Такие негативные наслаждения, негативные такие низкие вещи, они погружают нас в майю все глубже и глубже. Если не было бы авидьи, то как Бхагаван мог бы исцелить этих обусловленных душ? Поэтому авидьи тоже нужно. Если бы авидьи не было, то кто бы понял великую славу авидьи? Если бы не было тьмы, то мы бы не смогли понять славу света в полной степени. И вот все. Все вещи имеют противоположность. Хорошее, например, плохое. Позитивное, негативное. Бхагаван, он создал все таким образом, чтобы был контраст между этими вещами, явлениями, и чтобы мы благодаря своей свободной воле выбрали то или иное направление. Почему Господь дал нам свободную волю, чтобы мы сами решали? Бхагаван проверяет нас. И вот он дал нам свободную волю, чтобы посмотреть, что мы выберем. И вот материальные люди, материалисты думают, что сегодня день Сарасвати Пуджа, что сегодня Пуджа Сарасвати, но они не знают, это материальное Сарасвати. И сегодня наша Сарасвати Пуджа, которая зовется подлинной Сарасвати Пуджи. И сегодня день подлинной Сарасвати Пуджи. И мы можем предложить Пушпанджали лотосным стопам Сарасвати, трансцендентной Сарасвати, Вишну Придеви, и обрести знания.
Нена поможет нам освободиться от майя, от авиди. И по милости Джагнатха Бхагаваджи Махараджа, Сидда Махатма, мы узнали, что сегодня день Васанта Панчами. Сегодня Титхи, когда Вишну Приядеви Апракрита Сарасвати, она пришла и проявилась в этом материальном мире. По милости Джагнатха Бхагаваджи Махараджа мы узнали, что сегодня тот самый день, те самые титхи, когда Вишну Приядеви проявила себя здесь. И с этого дня, по милости Джагнатха Бхагаваджи Махараджа, Шрила Прабхупад, он отметил, запомнил этот день, и у нас есть возможность совершать Апракрита Сарасвати Пуджа с того дня. Natural calamity, all gone. Who is document? Document there? No document. Where is document? But Jagannatha Bhagavan, today is the... Поскольку Ганга меняла русло много раз, все затопило, смыло, свидетельств не осталось. Единственное, что осталось, это слова Шрилы Джагнатха Бхагаваджи Махараджа, который проявил этот день. День, что день явления Сарасвати, именно Васанта, день Васанта Панчами, день явления Вишнуприя, также в этот день. И вот Вишнуприя Деви, она Бу-Шакти. Я уже сказал, есть три категории Шакти. И много раз я говорил, есть Бу-Шакти, Шри-Шакти и Нила-Шакти. Лила-Шакти. Когда Бхагаван явился, мы живем здесь, и какие-то ученые открыли более другой мир какой-то. И если Бхагаван является в этом мире, то он является вместе со своими шакти, в соответствии со своей лилой, в соответствии с различными лилами, он призывает шакти, эти шакти проявляются, они уже находятся в нем. Шакти, она может находиться перед Бхагаваном без проявления себя. Или иногда по желанию Бхагавана проявляется шакти, она всегда есть. Когда Бхагаван не проявляет никакие шакти, то мы видим, что никакого творения не происходит. И когда Бхагаван, он являет свою шакти, то различные виды творения начинаются. Можно вспомнить из десятой части, я много раз говорил о Веда-стути. Веды, они молятся Бхагавана. И вот здесь говорится: о Бхагаван, вы Close the chapter of creation. You're going to follow all Shakti, Bhagavan can withdraw and keep inside and confine.
И вот, когда Гауранга Махапрабху явился, много разных шакти явилось. Гора Шакти, Гададхара, например, Гададхар Пандит, Гададхар Дас. Это все Гора Шакти. Шивас Пандит, он тоже Гора Шакти. Бхактивинода Тхакура также Гора Шакти. Это все Шакти. Они пришли, чтобы помочь нам. Они зашли из Сваруп Шакти. И вот когда Гауранга Махапрабху явился в этом материальном мире, то мы находим три главных Шакти пришло. Один из Гора Лилы. Мы находим там Шри Шакти, Шри значит Лакшми. Лакшми Прия? И вот Чайтанья Бхагавати говорит, это Шочи Мата. Она посмотрела на Вишну Прия. Иногда она не могла видеть ее тело, только сияние подобно огню. Кто-то читает Махабхарату, ну почему бы не читать Чайтанья Бхагавати, чтобы обрести бхакти? Мы хотим воспевать славу Бхагавана весь день и ночь, не каких-то два часа, постоянно день и ночь. Мы хотим воспевать славу Бхагавана, у нас нет других обязанностей. И вот в Чайтанье Бхагавате говорится, что Сучимата иногда смотрит, что какой-то огонь перед моим сыном, и потом смотрит. Какое-то сияние исходит от Лакшми Деви. Лакшми Прия на Лакшми Деви. Вишну Прия. Вишну Прия. Это Бу Шакти. Бу Шакти, you know, Бу Шакти. Are Бу, this, you know, this word, Бу Шакти. It's Камакха Деви. Это Камакха Деви. Камакха Деви – это Бу Шакти в другой форме. А Вишну Прия Аватара, она очень особая. И вот эти три Шакти. Но основные – это Гора Лила. Чайтанья Махапрабху явился со множеством лил, но основные это Бу Шакти, Шри Шакти, Лила Шакти. Лила значит это Навадвип Дхамма. И также Бхагаван, он призвал множество других Шакти, Шри Чайтанья Махапрабху. Он явился с Радхарани, которая была олицетворена Гададхаром. Это тоже его Шакти. День Гора Пурнимы, я более подробно расскажу об этом. Кто такой Гададхар Пандит, кто такой Гададхар Дас. So, Gadadhar Pandit, Sivas Pandit, you know, Sivananda Sen, all come. Follow? Yes. Shakti. So, Vishnu Priya Devi is Bhu Shakti. Вот Вишну Прия Деви – это Бу Шакти. Особенно относительно Бу Шакти мы можем сказать, что в этой Гора Лили, Чайтанья Лили, is getting full nourishment. Это Гауранга Лила, она получает полное питание, полное насыщение по милости Вишну Прия Деви, поскольку без Вишну Прия Деви это Виграха, как Гауранга Махапрабху. Это Гауранга Махапрабху, это Виграха, Випраламха Бхава, это Випраламха Виграха. Буквально олицетворение чувства разлуки с Кришной.
а Вишну Деви тоже Випраламбха Виграха. Вот только Випраламбха по отношению к Гауранге, если бы не было Вишну Прия Деви, у нас не было бы, мы не могли бы видеть полную красоту Кришна Лилы и Гора Лилы. А как и это уже долгая история, мы очень удачливы. Если Вишну Прия Деви не было бы, у нас не было бы полного понимания Гора Лилы, поскольку Вишну Прия — это Випраламбха Виграха Гауранги. И вот она дочь Санатана Мишра. Я не хочу говорить дальше об этом. Я говорил о морфологическом и онтологическом аспекте двух этих вещей. Я хочу рассказать какую-то сиддханту, которую я узнал от Гуру Варга. Многие вещи я узнал от Гуру Варга, чтобы обсуждать. Я узнал это все от Гуру Варги, о Сиддханта Таттве. И с помощью их наставлений, с помощью Вани, Вани Виграхи, Вани значит Сарасвати. Это учение значит Сарасвати в каком-то смысле. И я прославляю прославляю Гурангу. Я должен поблагодарить Вишну Прию, что по ее милости я могу воспеть славу Гуранге. Это не мое, не мои заслуги. И если Вишну Прия Деви бы не было в Ани Виграхе, ее бы не было, то как я могу рассказать о славе Гуранги? Поскольку мой язык, он материален. И это Сарасвати, и там Вишну Прия Сарасвати, я молюсь ее лотосным стопам. Я молюсь ей, чтобы она не зашла и явилась на моем языке, чтобы я мог воспеть славу Бхагавана Гуранги. Это очень глубокая философия, мы должны понять ее. Ясасте хиде самбир твам нишинга махамбад Багиша Джошо Бадане. Багиша Джошо Бадане. Вот эти слова Багиша, значит, это слова из молитвы Нарисимха Деву. Багиша Джошо Бадане. Лакшмир Джошо Чабакшаси. Ясасте хиде самбир твам нишинга махамбад. Нарисимхадев и Сарасвати, она приводит на его языке и на груди Лакшми Деви. Багиша, и что это значит? Баг значит Вани, Иша значит Деви, Сарасвати. И что значит Бхагаван и стрилингом? В этом в женском этом роде. И что значит So in Sanskrit grammar, you have to change. Oh. И вот в соответствии с санскритской грамматикой, это Иша значит Деви. Not talk about dancer. But in your English, you can say all dancer. Maximum, you can say lady dancer.
как на санскрите множество категорий в соответствии с различными этими родами, происхождением там и всем остальным. Как в английском, например, танцовщик будет просто танцер, но можно сказать, что женщина танцовщик, там леди танцер. Ну, то есть в некоторых как в языках, как в английском, нет родов. Ну, в смысле этих слов. То есть одним словом обозначаются какие-то эти действия и профессии. Да, на санскрите каждому отдельно. То есть есть, ну как в русском, собственно, есть танцовщик и танцовщица, в английском просто танцор, вне зависимости от пола. И вот Махапрабху, когда ушел из дома, чтобы принять саньясу, то его жена Вишну Приядеви, она его шакти, в соответствии с Веданта Сутра, мы знаем хорошо, что шакти, шакти мато абед. Не отлично от своего шактимана, они никогда не могут быть разделены. Это естественно. Шактиман здесь, если есть шактиман, то и шакти, соответственно, есть. По желанию Кришны мы можем обнаружить, что шактиман И вот по желанию Бхагавана иногда мы можем обнаружить Гора Шакти Вишну Приядеви она отделена от Горанги, как вот в этом случае Горанга принял саньясу, а Вишну Прия осталась. В соответствии с Ведантой не может быть отдельные, но здесь, по желанию Господа, они проявились в таком отдельном виде, в раздельном виде. И вот Гуранга Махапрабху явил лилу принятия саньясы. И вот можно понять чувство разлуки Вишну Приядеви, боли его разлуки, если у вас есть здравый смысл и милость Гуру Вайшнава, то вы поймете боль разлуки, когда Гуранга Махапрабху принял саньясу, ушел с этого материального мира, она осталась без поддержки. Только Вамши Вадананда Прабху. Он жил с Вишну Приядеви, как относился к ней, как к матери Ишантакур. Он лучший слуг Гуранги, Ишантакур. Джагнат Мишра достаточно давно ушел. Шачима тоже оставила тело. И вот день и ночь она плакала, не спала, не ела. Очень такое... Она чувствовала большую боль, разлуки, не выходила из дома даже, просто плакала день и ночь в разлуке с Гурангой. Гуранга принял саньясу. Clean, like to sort out if there is one stone chip or paddy seed. You know, in our village area, still today you can find. We also,
our mother is there, he'll have to do the seva. Yes, that time, long ago, 50 years back, I say, mother is there, it is your elder brother can do this seva, and you will have to do this seva. Clean, you'll have to short out. If there is some dirty thing, you'll have to clean. Then mother can collect all nice, and then wash and cook rice. Then brother, sister, now you are getting everything in packet. Oh, we can put dollar and take. Махараджа сказывает, раньше рис нужно было перебирать. Иногда там какие-то камни попадались, песок какие-то, другие зерна. Впоследствии сейчас проще, сейчас автоматически все сортируется, и всяких камней и прочего в рисе практически нет. И вот на Вишну Приядеве она вот так она повторяла имя Гуранги и брала одну, откладывала одну рисинку. И вот в соответствии с тем количеством, сколько она повторит имя Гуранги, она это готовила, предлагала Господу, раздавала просад Ишантакуру и Вамшивадананде и съела то, что осталось. И хотя Гуранга Махапрабху пообещал матери, что когда бы она не захотела увидеть его, она увидит, но Випраламба, если бы не было чувства разлуки, как мы можем обрести сампук, такую радость встречи, если нет чувства разлуки, то как мы сможем обрести радость встречи с Бхагаваном, если у нас чувство разлуки с ним, почему чистые преданные? Они показывают нам это чувство Випраламбхи. Как Шридхар Госвами Махарадж, Пури Госвами Махарадж, Шридхар Махарадж особенно он всегда звал Гурангу, он звал к его именам. И у него это происходило из-за его чувства разлуки. Если бы это чувство разлуки не пришло в наше сердце, то мы не смогли бы обрести радость встречи с Бхагаваном. У нас не было бы возможности встретиться с Бхагаваном. Да, мы можем встретиться с ним, но если у нас есть чувство Випраламбхи, и чем больше мы чувствуем Випраламбху, тем больше мы можем прогрессировать. Vipralamba, the more you can get the scope to meet with Bhagavan, because Bhagavan is bound to run. Поскольку Бхагаван он вынужден пойти и защитить нас. Bhagavan is bound to run and protect me. You know. In Gita you can find one shloka. В Гите мы можем найти одну шлоку. In Gita and Bhagavad also. И в Бхагаватам и вот Бхагаватам Бхагаван говорит, что я являю такую лилу, чтобы мы получили вдохновение и получили возможность прийти к нему. Это обещание Бхагавана. Ануграха значит. Даровать милость, если мы плачем, чувствуем боль разлуки с Господом. Милость ли это? Да, это милость. Бхагаван говорит. То есть, если кто-то плачет, чувствует разлуку с Бхагаваном, то это тоже милость Бхагавана, чтобы поместить нас
more and more attraction to meet with Krishna. Follow. In Gita also this kind of shloka. Чтобы мы больше и больше чувствовали разлуки, чтобы сладость встречи она была более радостной. И в Гите мы тоже находим такие слова, что чтобы спасти моих преданных. Паритранайо садунам. Паритранайо садунам Гита. Паритранайо садунам. Винасая чудускритам. Паритранайо садунам. Вот эти слова, чтобы спасти моих преданных. Paritran means protect. Now question coming. Vishwanatha Chakravarti were writing in his commentary. И Вишвана Чакравати пишет комментарии, что преданные обычно. Usually, whatever position they are put into, they have no complaint. So they are not going to pray, Bhagavan, save me. But still they are doing. It is not their habit, but still. Vishwanatha Chakravarti were writing commentary. И вот Вишвана Чакравати пишет комментарии Паритранайо Садунам. Мы должны помнить, эта жизнь коротка, я не могу те же самые вещи несколько раз говорить. Нас ждет огромный океан Сиддханты, если мы забудем что-то, то повторить не всегда будет возможность. Гаудия Баджан, он океан Сиддханты. Он бесконечный океан. Наш Чайтанья Чайтамрита, Кришнадаса Кавираджа Госвами говорит, птица может летать в соответствии со своей способностью. Кришнадаса Кавираджа Госвами говорит, что небеса бесконечны, и птица может летать в соответствии со своими способностями к полету. Попугаи, вороны, стервятники могут летать, стервятники обычно очень далеко летают. Эти совы. Two type of birds speaking there. One is, you know, you can find. So according to capacity of bird, вот can fly. Not that, with same способностями птицы могут летать. И разные птицы летают на разной высоте, на разные расстояния. Это зависит от их способностей. According to the storage of oxygen, you can do. Follow. So vulture can fly long time in the sky. Krishna Kaviraj Goswami is speaking. It is an ocean of Siddhanta. И Кришнадас Кавираджа Госвами говорит, что этот океан Сиддханты в соответствии с Гуру Крипой и Вайшнава Крипой мы можем достичь того или иного. У нас есть. То есть мы можем обрести милость и воспеть слово Бхагавана в соответствии с нашей способностью. И, может, какие-то великие люди могут прославить вас, прославить Господа в соответствии с их способностями. И вот смотрите. He cannot get the chance to meet with Bhagavan. Vipralamba, Baba, Vishnupriya Devi, her Vipralamba, I cannot express by the help of some philosophy. It is impossible for me to discuss. Невозможно для меня обсудить.
чувство разлуки Вишну Прии с помощью какой-то философии, это не вопрос философии, это вопрос прямого чувства. Я могу привести пример. Когда Гауранга Махапрабху принял саньясу, и после этого Махапрабху пришел в виде Нагарного Двипа. И после этого он шел в дом Адвайта Гасая, там был большой праздник. И вот Махапрабху после принятия саньясы собрался во Вриндаван, и он услышал голос небес, что не нужно ему идти во Вриндаван, а нужно вернуться. Махапрабху вернулся. After taking sannyas from Gaya, Mahaprabhu started running towards Vrindavan. Aerial voice. You are Supreme Lord. You know everything. It is your Leela that you are going to... No, not now. Go back. Go back now. We please you, go back. He has so many Leela. He had to manifest Kripa, Prema. The reason for why you manifest. Gauranga Mahaprabhu coming back. No. After that, you know, after taking diksha, Mahaprabhu started running towards Vrindavan. Diksha, not sannyas. In Gaya, when Mahaprabhu went to give funeral cake, offer funeral cake to father, that time started running. But Mahaprabhu, когда пошел в Гаю, again Mahaprabhu in Katwa, after taking Mahaprabhu again running towards him. Then Nityananda went to catch him and bring him here. Собрался во Вриндаван, но голос небес сказал, что ему не нужно идти во Вриндаван, а нужно вернуться. Потом, когда принял саньясу, он тоже хотел отправиться во Вриндаван, но его преданные не дали ему сразу идти, а отвели в дом Адвайта Гасая. И Шачи Мати сказали, что ее отец, а ее сын, going to carry Sachi Mata there. No vehicle. Now you can get vehicle and go. Aha. But that time, flank. Что ее сын принял саньясу, и сейчас можно увидеть его в Шантипуре, в доме Адвайта Гасая. И вот она села на паланкин, и ее донесли до этого дома Адвайта Гасая. Vishnu Vyadeva is not allowed. All Navadvip, almost whole Navadvip, almost whole Navadvip, Navadvip was vacant. All people going to see Gauranga, Nimai Pandit. И все преданные с Навадвипа, они пошли увидеть Нимай Пандита, Гаурангу. Все пошли, чтобы увидеть Гаурангу. Единственное, кому нельзя было, это Вишну Прия. Вишну Прия, она настолько сильно плакала, что мир мог расколоться. Like Sita Devi, you know, Sita Devi? Like Sita Ma, Ram Chandra Lila. Like finally, the earth cracked, Sita Devi gone down. Как Сита Деви, она ушла так, что земля расступилась, она скрылась там в этой расступившейся земле. И Вишну Прия настолько тяжело плакала, что земля могла бы развернуться, но все же ей не позволили встретиться с Махапрабху, поскольку он принял саньясу. И Вишну Прия, она плакала и говорила. Это наставление Гауранги, не чтобы можно было пригласить всех, кроме Вишну Прии. Махапрабху, он поддерживал идеализм. И вот Вишну Прия плакала и говорила: о Прабху, все птицы и животные, они, и даже им можно увидеть тебя, но мне нельзя. И вот Вишну Прия тяжело плакала и каталась по полу в слезах. О Господь, ты настолько
ты лишил меня милости, весь мир, всему миру позволено, даже птицам и зверям, увидеть тебя, кроме Вишнуприи, кроме меня. Я не смогу тебя больше никогда увидеть за всю свою жизнь. И такого состояния, и вот Вишнуприи пошла. И вот она... И вот в итоге наш Вамшиватананда Прабху, Вамшиватананда и Вишнуприи, они жили как отец с матерью. В общем, она относилась к ней как к матери. И вот этот Вамшиватананда, он... Он тоже иногда плакал. Ну, он когда Вишнуприя чувствовал такую боль в руке с Господом, то, да, и вот, в общем, когда она чувствовала такую боль в руке и плакала, то он тоже начинал плакать. И Вишнуприя вынуждена была прекратить саму плакать, взяла, брала его на руки и как-то успокаивала. Это вам чего-то надо. И таким образом он помогал ей как-то сдержать чувства. И относился к ней как к матери. Она не была такой биологической матерью, а так она просто была у нее материнское чувство. У них не, у Махапрабху не было детей, поскольку Махапрабху он Випраламха Виграха, а Сахаджи на том берегу реки заявляют. Это вот секты Гауранга Нагари, они рассказывают о тех лилах, которые Махапрабху никогда в своей жизни не совершал. Откуда они это придумали? На той Сахаджине. Гауранга никогда не являл таких лил. Гауранга был всегда крайне осторожен. Люди с скверным сердцем, они пытаются доказать что-то как Сахаджи, но это не так. Не думайте по-другому, ведь вся Гауранга лила, она была подобна лиле Лакшми Нарайне. Шрила Прабхупад говорит, вся Гауранга лила, она была подобна лиле Гауранга Нарайне и Лакшми Деви. И Сахаджи на том берегу реки, они организовали Чулан. Это Джулан Лилу Махапрабху, Джулан Лилу, Гора Вишнуприи, но такого никогда не было, Шрила Прабхупада никогда не делал этого ни в каких шастрах, никаких писаниях нет, никаких свидетельств этого, что они делают. Вишнуприи Виграха, это Випраламха Виграха, не Самбук Виграха, а эти глупцы делают все наоборот. И Шрила Бхактивинода Тхакур сказал про них, что они совершают апаратха в адрес лотосных стоп Гора Вишнуприи и в адрес Сада Говинды также. Шрила Прабхупад говорит, те, кто выражают такую сахаджи лилу, то Прабхупад говорит, что Вишнуприи Виграха – день явления Вишнуприи, Шакти. У нее есть особенность, потому что она поддерживает Гора Лилу и полностью питает ее. А Радха Говинда Лила – она отдельная.
Шрила Прабхупада говорит, что Рада Говинда Лила, она полностью отдельная. У них есть, несомненно, какая-то особенность. Шрила Прабхупада говорит, Рада Говинда Лила, она, конечно, имеет какую-то особенность. А Гора Вишна при Лила тоже какую-то особенность. Они все это ломают. Хотят сделать все как-то одинаковым. Но это не так. Гуру Вишну Прия, Рада Говинда — это абсолютно разные вещи, с разным чувством и вообще разные. И глупо их смешивать. Нужно обсудить различные аспекты с различных точек зрения. Going to cry with the wooden chapel. Karam, karam, you know, karam, wooden chapel. Вишнуприя. Махапрабху оставил ей свои падаки, и она поклонялась им, и она поняла, что Гауранга уже явился. И вот, когда Вишнуприя Деви, она полностью потеряла свое терпение и плакала, прижав к груди падаки Гауранги, то тогда она обнаружила, что Гауранга пришел. А, и вот она увидела Гауранга в форме божества около Туласи. И в итоге Вишнуприя не могла дальше жить с таким огромным чувством разлуки. И какой-то из ее друзей детства они пришли, чтобы утешить, но никто не мог утешить ее. Она в итоге оставила тело. Это другая долгая история. Вишнуприя. Есть дерево, можно найти во дворе. You can cut that tree and make one vigraha, my vigraha. And came in dream, how the vigraha is. Mahaprabhu came in dream of Vishnupriyadevi. И вот Махапрабху пришел во сне к Вишнуприи и во сне к Вамшивати Ананди Прабху. They're going to speak the same dream. И вот они рассказывали. Потом выяснили, что видели одинаковый сон. И вот они поняли, что это указание Бхагавана, и поэтому нужно жить дальше. И вот они решили, прям приснилось с ними то, что нужно из части этого дерева, под которым мать Маха Гауранги кормила его молоком, вот под этим часть этого дерева и из него сделать вигаху какого-то определенного плотника. И потом Мадхавананда, он правил вигахапатишту. Мадхавананда, он был братом Вишнуприи Деви. И все преданные после Абхишека, они вот совершили Абхишек, вигахапатишту провели. И вот однажды совершали арати, и когда Пуджари вышел из комнаты Вишнуприи, она зашла, забежала даже в этот алтарную, и ворота закрылись двери,
и преданные продолжали продолжать санкиртану, никто дверь не открывал. И потом Шили долго не было, все начали беспокоиться, куда пропало. Не было. Уже несколько часов прошло. И вот они открыли, и Вишнупри там не, уже не было. Она вошла в тело Виграху Гуранги. Так много вещей хочу обсудить, но времени мало. By the mercy of Vishnubhya Devi and Guru Bhargava. But excuse me, time cannot permit. That's why I'll have to stop. Also, I like to discuss so many things. Сказать о Рагунандане, Ачарье и других вайшнавах. Because one time, поскольку, но я не успеваю все рассказать, поскольку если в один день явления нескольких вайшнавов, то нужно как-то отдельно о них говорить, поскольку не успеваю. Вот сегодня особый день. Сегодня день явления нескольких вайшнавов. Just a minute. Today is the Abhibhakti, so many, but I am sorry. You know, so many Abhibhakti Rupas. How I can? I cannot keep track because time is limited. Time is limited, no? So I cannot discuss. So, you know. Today is the Krishna. И вот сегодня Кришна Васанта Панчами, день явления Вишнупри, Пундарика, Виданити, Рагунатха Даса Госвами, Рагунандана Такура, Вишна Чакравати Такура, Бхакти Веку Бхарати Махараджа, день явления вчера был, Бхакти Саруб Мадхав Госвами Махараджа, Бхакти Бушан Бхагаван Махараджа, Вишна Девата Махараджа, день явления, целых много кого день явления. Послезавтра день явления Адвайта Ачарьи и Пундарик Виданити. I speak the name of Рагунандан, Рагунандас Госвами. I speak the name of Рагунандан Такур. По крайней мере, я повторю их имена. По крайней мере, я могу помнить их имена, чтобы обрести их милость. В какой-то другой день сможем более подробно рассказать о них. Сегодня главный день явления Вишнупри. Курванти чайшам муратмохам тасмай намананта гунаяя бхумне ванча карпатурвасе ке басинде бхавиче патитанан павана бхавишна бхё нама.